Работы ведутся на этой стороне. Стройки. В основном это земляные работы. Здесь забили шпунт. Там видно обкопанные сваи. А здесь была с этой стороны старая балка. Еще с советских времен. Видимо, еще тогда задумали строительство второй половины виадука. Но, видимо, что-то не сложилось. Вот эту балку здесь видно старую. Ее обкопали и сломали затем. Здесь видно новые сваи для новой балки. Вот погрузчик делает выемку грунта. День справляется погрузчик, ему помогает экскаватор Дусан. Буровая снова в деле. Еще одна опора здесь будет, как выяснилось. Как-то зачистили они к этой стороне. Видна арматура от сломанной балки советской. Вот она. Переработали всю конструкцию в камни и арматуру. Здесь уже все готово для заливки вот этих башмаков, или как они называются правильно. Вот погрузчик сваливает грунт. В бок. Даже не знаю, оставят они эту насыпь или для чего она. Если кто-то до этой части досмотрел, это фото старого путепровода, по которому сейчас движется транспорт. Выглядит, конечно, хлипко, но, наверное, на тот момент не было необходимости в таких мощных опорах, как сейчас. Движение было не такое интенсивное, и транспорт не такой тяжелый. Это просто несколько фото со стройки.